привет, меня зовут Митя Олешковский, я соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь», и судьба связала меня с Вологдой еще до моего рождения, потому что мой отец работал реставратором в Кирилло-Белозерском монастыре и в Ферапонтовом монастыре, и я с рождения проводил довольно много времени в Вологде и в Вологодской области, я был буквально сотни раз в Вологде, и каждый раз, когда я приезжал в этот замечательный город, я всегда очень радовался его прекрасной вообще атмосфере, культуре, и, безусловно, одно из самых запоминающихся мест в Вологде — это Вологодская набережная, которая просто прекрасна, нежна, чудесна и оставляет замечательные чувства в сердце любого посетившего ее. И мне кажется, очень важно оставить Вологодскую набережную именно в том прекрасном зеленом виде, в котором она существует, а не заливать все вокруг бетоном. Я нахожусь в Москве, посмотрите, вот я стою на месте, которое полностью залито бетоном, здесь просто один камень вокруг. Насколько вот место, где есть хоть какие-то деревья и зелень, лучше, чем вот это вот выжженное пространство, на котором нету никакой жизни и которое не приспособлено вообще для того, чтобы вызывать хоть какие-то чувства. Мне кажется, что мы должны сохранить Вологодскую набережную для наших потомков, для наших детей и для нас самих. Это часть нашей культуры.